А в высших учебных заведениях закончен прием заявлений на очную форму обучения. И вузы разместили долгожданные рейтинговые списки поступивших. Большая студенческая семья Адыгеи в наступившем учебном году вырастет на несколько тысяч человек. И, конечно, больше всех радуются те, кто нашел себя в списках того университета, о котором мечтал. Елена Юсов продолжит. Выпускница школы поселка Тульского Лиана Куличихина мечтает о технической специальности. Математика и компьютерные технологии ее увлекали всегда, поэтому о том, куда поступать, долго не думала. Сильная математическая база и близость к дому. Выбор пал на Адыгейский госуниверситет. К поступлению Лиана готовилась и, посещая курсы, и занимаясь с репетитором, что-то учила сама. Дополнительные рейтинговые баллы добавил золотой значок ГТО. Но поступить на матфак в этом году даже с ними оказалось непросто. Последние сутки со 176 баллами девушка была предпоследней в списках на зачисление и, конечно, волновалась, как и вся ее семья. В прошлом году я смотрела, проходной был около 123 и 140, ну, максимум. В этом году, получается, на мою специальность 175 где-то, 171. Ниже не попали люди. Стали смотреть в компьютер, как она там, что она там. Сейчас это все по-другому оказывается. Не списки, а какие-то птички. Но птичка нас тоже обрадовала. Проходной балл растет вместе с числом студентов и, как следствие, конкуренцией. В Адыгейский госуниверситет подали заявления абитуриенты из 55 регионов страны. По сравнению с прошлым годом, количество поданных заявлений в магистратуру увеличилось в 3 раза. А общее число заявлений выросло на четверть. В этом году специальностей наших – это юриспруденция, 20 человек на место, это лингвистика, это прикладная математика, информатика, информатика, вычислительная техника, IT-специальности в топе. И очень интересный изюминка этого топа – психолого-педагогическое образование по направлению начальное образование. Популярны в этом году технические специальности были и в Майкопском государственном технологическом университете. Хотя флагманом здесь уже который год остается подготовка по медицинским специальностям. Традиционная медицина пользуется большим спросом. Традиционно гуманитарный блок пользуется спросом традиционно, но тем не менее технические специальности – это IT-специальности, строительство, землеустройство, нефтегазовое дело, они тоже в тренде. В этом году спросом очень пользовалась специальность технологии общепита. Да. И на бакалавриат, и в магистратуру, что тоже радует. Технологии нужны. В этом году в МГТУ придет около 3000 студентов. Более 1400 на очные и заочные формы обучения – это бюджетники и примерно столько же – коммерческие. Позади пока только первый этап приемной кампании. Сейчас продолжается набор в магистратуру, ординатуру, аспирантуру на коммерческую форму обучения. Всего же вузы республики в этом году планируют принять около 5000 молодых людей. Елена Юсов, Виктор Наталуха, Вести, Адыгея.